Приветствую вас на канале. Сегодня будем обозревать кирпич. Шучу. Кирпич мы обозревать не будем. И распаковывать тоже. Так. Кирпич нормальный такой, увесистый. Значит, один из зрителей моего канала попросил проверить, сможет ли эта история сдвинуть, ну, пол кирпича. Все-таки будем реалистами, да? То есть поставил ее штатный этот хобот. Вот. Все это убрал, уже давно увез в кладовку, в гараж. В тепло, так сказать, этот ее хобот, мешок, куда она листву все это мульчирует. В этом году по акции купил этого торфа. В мульче не нуждаюсь. Все это за ворота вытаскиваю, все это, весь мусор. И газон, и листву, и прочую ботву. Так, значит, напоминаю, это у нас Black Decker, модель у нас вот такая. То есть Pebble V290. Так, обороты, герцовка 2900 ватт, сделано в Китае, ну, понятное дело. Шум 104 децибела, то есть вот она как раз в режиме сейчас ветродувки, то есть когда нужно ее использовать как пылесос, то есть вот это вот проворачиваешь, откидываешь и вставляешь сюда этот, уже такой гораздо более широкий хобот, я называю его, не помню, как он по-научному. И есть модель, кажется, 300, не 290, а 300. Вот, и у нее на конце того хобота в комплекте сразу идут грабли такие пластиковые. Ну, они прям в инструкции указаны. А у 290 есть только место, куда эти грабли вставляются, так можно одеть, но самих нет. Возможно, в сервисе их можно докупить. Но, честно говоря, я в продаже 300-ю и не видел. Сама вот эта вот моделька везде. Неважно, Wildberries, Озон, этот, как его, Леруа. В Леруа сейчас что-то там порядка 7 тысяч, что-то там 6-800, что ли. Я вот на днях был в Леруа. Конечно, да, цены подросли. Так, ну, пробуем. То есть, еще раз напоминаю, две у него скорости. Пробуем на первой. Первая она не смогла. Так, пробуем вторую. Разгоняется плавно. В принципе, вот на что она способна. Сейчас посмотрю, может, что-то еще тяжелое найду. Блин, почти на аккумулятор упал кирпич. Сейчас поищу, вроде целый где-то кирпич был. Ради спортивного интереса уже. Так, я вернулся. Целого кирпича нет. Все использовал. Есть колото еще меньше. Это я отливал форму. Покупал тротуарный, или как эта плиточка-то, затестим. Ну, в принципе, сразу третью, ой, вторую скорость. Думаю,
если кому этот, ну, информация необходима. Теперь она с избытком. То есть весит эта хрень достаточно прилично. То есть я сюда, естественно, раствор СМ200 использовал. Опа! Кирпич тоже широкий, который. Ну и, собственно, сама ветродувка. Все, больше дуть мне нечего. Спасибо, что подписываетесь на канал, проявляете интерес к моим роликам. Берегите себя. До новых встреч на канале. А это, напомню, Black Decker, пылесос, ветродувка 2900.